Меня зовут Эрик. Я расскажу вам историю. Однажды я ехал на машине, и вдруг какая-то тварь взяла и кинула мне сумочку в лобовое стекло. Просто-напросто она киданула мне сумку. Я остановился. Висок у меня примерно очень сильно пульсировал. Я открыл дверь. Она шла. Она хотела, чтобы я ее подбросил. Я тоже хотел ее подбросить. Как только она села, я сразу же ударил ее башкой об лобовое стекло. Она вывалилась. Какая досада. Ой, как мне жаль ту маленькую девочку, которая взяла и киданула свою сумочку прямо мне в стекло. Я открыл дверь, обошел машину. Ей было лет примерно 17, где-то так на вид. Я взял ее, поднял, пристегнул наручниками к двери, закрыл дверь. Блять, какого хера она попалась ко мне вообще просто на этой дороге? Я не знаю, что мне с ней делать. Я подхожу к двери. И тут просто-напросто мой взгляд совпал с ее взглядом. Девушка. Передо мной девушка. Ссадина на лбу. У меня в руках бита. Что? Что мне это происходит? Я не совсем понимаю. Я отхожу подальше. Передо мной что? Передо мной дорога, моя машина. Я не могу понять, где я. Я не могу понять, что находится. Машина, девушка. У нее ссадина на лбу. Я бита. Это я ее треснул? Прикольно. Я не знаю, что мне делать, ладно? Окей. Я подойду. Я тебя освобожу, только давай ты не будешь орать, и ты не будешь молчать. Что я несу? Я не знаю. Ладно, я открываю дверь, я дергаю, она вываливается. Она оказывается пристегнута наручниками к двери. Она начинает орать, я не знаю, что происходит. Я пытаюсь ей открыть рот, я руками прислоняю. Я прислонил к ней свою руку, чтобы закрыть рот. Девушка. Красивая. Ссадина на лбу. Интересно, кто же это так тебя? И она говорит. Пожалуйста, не насилуйте меня. Ничто? Не надо никого насиловать. Я отхожу. Я отползаю от нее, потому что я не могу понять, что с ней происходит. Только этот фоновый шум, это фоновое слово. Развернулся, я убежал. Убежал в поле. Вот такая вот история. Я могу рассказать вашу историю.